Нагарджунабхара – раса. Раса означает, что данный препарат содержит в себе определенное количество ртути, специальным образом обработанное, то есть которое не является токсичным. Данное лекарственное средство эффективно в аюрведе используется для лечения различных заболеваний сердца, то есть укрепляет сердечную мышцу. Кроме того, данное лекарство очень эффективно используется для лечения тахикардии, то есть учащенного сердцебиения.